Социально-экономическую ситуацию в Чувашии Владимир Путин сегодня обсудил с главой республики Михаилом Игнатьевым. Он доложил президенту об успехах в промышленности и сельском хозяйстве, а также в сфере строительства жилья. Подробно рассказал о том, как в регионе обстоят дела с демографией. Создано практически 10%. То есть третий. Количество детей в многодетных семьях за последние два года увеличилось на 11%. То есть третий, четвертый дети в семье появляются. Ну, наверняка в этой связи у вас возникает и вопрос социального характера, связанный с обеспеченностью местами в детских садах там и так далее. Как у вас решаются эти вопросы? Все дополнительные меры стимулирования, которые обозначены в ваших указах, по нашим принятым решениям, безусловно, исполняем. По строительству детских садов многое мы сделали. По очередям в возрасте 3 лет. Текущая только очередность. Наша задача в 2015 году разрешить проблемы с 1,5 лет. Вот есть свои региональные республиканские программы поддержки молодых семей, в том числе по обеспечению жилья? У нас утверждено 15 государственных программ, в том числе по мерам стимулирования наших молодых семей. Мы дополнительные меры приняли по ипотечным кредитам, категории учителей, работников сферы здравоохранения. Дополнительно за счет регионального бюджета субсидируем 4%. Тем самым удешевляем стоимость кредитных ресурсов для оформления кредитов в коммерческих банках.